Что там у вас? Без понятия. Это памперсы. Это памперсы налево. Гигиена. Гигиена сюда же. Вот. Вот-вот, сюда поставь на пол уже. Медицина. Медицина! Дальше. Это что, детская? Детячая, что детячая? Сейчас посмотрим, что детячая. Так, это памперсы. Да, памперсы. Памперсы. Слева работают. Это что? Гигиена, девочка, справа. Вещи, ложи его сразу. Вот отдельно, да, вот сюда, да, оранжевая метка. Это Британия. Да, сюда тоже памперсы. С нами сейчас Канада, США, Мексика, Португалия, Испания, Британия, Швеция, Дания, Голландия, Франция, Люксембург, Германия, Италия, Польша, Турция, Израиль. Вот сегодня мы выгрузили 4 форы, а завтра к нам приезжают еще 3 форы. Это все распределяется равномерно между переселенцами, которых у нас очень много, есть проживают, есть проходят мимо. Мы не только Днепропетровскую, Днепропетровской области отгружаем эту гуманитарную помощь. Сейчас у нас в списках есть еще Каменское, Новомосковск, Павлоград, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, все, что есть в Харьковские районы. Мы на связи постоянно с волонтерскими группами в Харькове, Каменском, Запорожье, с военными, гражданскими, с переселенцами. Вот 205 человек, поставь! Доброго дня. Сьогодні на базі молодіжного центру Дніпра відкривається «Співдія Хаб». Це всеукраїнська програма. І сьогодні вперше до нас зі Львова приїхав вантаж, який ми будемо роздавати нашим людям.